Приветствую всех! Сегодня завершилась еще одна благотворительная лотерея. Выкуплены все билетики, и призом станут вот такие две замечательные декорированные мною бутылочки. Я их покрывала акриловой краской, после черной акриловой краской наносила узоры, то есть такая вот интуитивная роспись, где на одной бутылочке стала буковка I, а на втором сердечко. После я покрыла защитным слоем лака. Условия участия в лотерее я выкладывала у себя в группе, в Одноклассниках и на Фейсбуке. И сейчас с помощью генератора случайных чисел мы узнаем, кто станет победителем данной лотереи. Продано 59 билетиков, поэтому диапазон случайных чисел я выставляю от 1 до 59 включительно. И нажимаю «Сгенерировать числа». Выигрышный номер 16. Давайте посмотрим, кто стал обладателем. Обладателем билетика является Алла Лучина. Поздравляю, Аллочка, тебя с победой. Пусть в твоей жизни будет еще множество прекрасных, великих побед. Желаю тебе крепкого здоровья, тебе и твоей семье. Благополучия, счастья, большой и крепкой взаимной любви. Я искренне благодарю всех, кто участвовал в этой лотерее. Тех, кто не успел поучаствовать, не расстраивайтесь. Завтра стартует уже новая лотерея, где призом будет одно из украшений, а какое вы узнаете завтра. Я условия участия лотереи опубликую завтра у себя в группах, в Одноклассниках и на Фейсбуке. Ссылки на группы я оставлю внизу в описании под видео. Это те, кто смотрит видео в YouTube. И вы можете перейти по ссылочкам, присоединиться к группе и быть в курсе событий, какие проходят акции, лотереи и ознакомиться с информацией, которая в этих группах. На этом все. Желаю всем удачи, счастья, добра, тепла, любви, благополучия и крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.